Всех приветствую, дорогие зрители! В сказочном моем любимом проекте в районе Тосмор, около речки Дим, около песчаного пляжа Тосмора, продается очень хорошая квартирка, просторная, с двумя санузлами, с двумя балконами. Итак, я вышел из проекта и прямо пришел к речке Дим. Такая вот красота тут. Есть беседки, вот такие беседочки, каждые там 40 метров, 50 метров максимум. В той стороне также есть парк, длиной 800-900 метров, и здесь также 900-800 метров или километров расстояние. Можно заниматься спортом, бегать, гулять, отдыхать с детьми. Вот это наш проект. Проекту уже 14 лет. Она состоит из 4 блоков. Я сейчас туда пойду и покажу вам. Подходит под ВНЖ. У нас район Тосмор, он открытый на данный момент. Поживем, увидим, что будет в будущем. Думаю, что ВНЖ в закрытых районах откроют, наверное, с 1 января или же после президентских выборов. Это мое личное мнение. Так что ждем, смотрим ролик, ставим лайки, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Здесь у нас Олимпийский бассейн. Рядом есть сеть магазинов всяких там, какие есть у нас. Все в шаговой доступности. Один из элитных проектов. Строили англичане. Застройщики были турки, наверное, но инвестировали англичане. Какая красота! Здесь есть рыба, можете порой ловить, но чтоб вас жандармы не полицейские не поймали. Итак, видите, да, есть оборудование для спорта. Здесь у нас детская игровая площадка, теннисный стол, открытая парковка по всему периметру, позади этого блока. Здесь у нас скамеечки. Ха, видите, огромная территория, деревья, мерия, зелень, мелень. Ой, какой природа! Ой, как тут красиво, пальмы, это натуральные финики, ой, съешь меня. Ага. Вот. Бассейн с горками, две горки, и также отдельный бассейн, тут есть мостик, есть и ресторанчик есть у нас, работает все. Айдат здесь 700 лир, крытого бассейна нету. Вот, видите, там еще детский бассейн, ресторанчик, фитнес-сауна. Вот финики падают, и их можно поймать и съесть. Я прогуляюсь по саду. Ой, да, я забыл вам снять зону барбекю. В той стороне у нас зона барбекю. Ну, а там огромная территория. Такие проекты больше не строят с такой территории. Ролик, чтоб не был длинненьким. Домик для котов, для котят. Видите, как все. Здесь своя аура вот в этом проекте. Из-за этого я его очень люблю. Я тоже здесь рядом проживаю. Вот ресторанчик, который функционирует в основном в сезон. Видите, ням-ням, что хотите, можете вот там заказать. Рядом также есть ресторанчики, теннисный корт, две беседки в этой стороне. Здесь зона барбекю вместе с котом. Куда бегалось? Теннисный корт, баскетбольная площадка, зона барбекю,
той стороне у нас около речки прямо есть маленький ресторанчик. Дядь Мези там. Мези его зовут. Он там чай, шашлык, машлык кушать тоже дает, если желаете. Можете туда пойти. Там вообще кайфово. Курочки, гуси, утки, цыплята. Детьми. Вот прямо за где-то 60 метров впереди. Открытая парковка. Охранник. 7 дней 24 часа. Все под наблюдением. 700 лет айдат. Еще раз повторюсь. Сейчас я зайду в квартиру. Вот, под этим зданиями впереди сеть магазин ШОК, есть БИМ, рестораны. Вся инфраструктура у дороги, которая ведет на пикники в Димчай. Вот это главная дорога, куда ведут дорогу. Вот такое здание. Поднимусь я сейчас в квартиру. Знаешь, есть пандус. Лифт. Давайте поднимемся лифтом. Вот такой лифт. Вместимость 3 человека. Итак, на этаже у нас 2 квартиры. Шкафчик. Заходим в квартиру. Большая гостиная комната. Свет включу, посмотрю, как включают. Кухня. Вся жилая площадь полезная вместе с балконом. Здесь как минимум 100 квадратных метров. Квартира не маленькая. Бытовая техника вся фирмы Siemens. Так. Вид я потом покажу вам. Пока что здесь. Я вернусь на балкон. Вот здесь проход. Первый санузел. Большой, не маленький. Квартирка уйдет. Здесь редко выходит квартира на продажу в этом проекте. Так что, кто первый позвонит, тот и заберет. Второй санузел. Спальня, как минимум, здесь 15 квадратных метров. Балкон, который выходит на эту дорожку. Вот видите, магазинчики, там фруктовый, овощной магазин. Первый балкон. Можете застеклить. Сторона, значит, эта сторона юго-восточная. Эта сторона запад-север. Ну, запад в основном. Спальня. И в основном родительская спальня это. Просто они местами, можете местами поменять. Двери есть, также можно закрыть. Тут у нас 13,5 квадратных метров. Я уже на глаз, выход на балкон. Ага. Квартирка хорошая, просторная, не маленькая. 2 санузла, 2 балкона. Кухня почти отдельная. Плюсы сказал, минусов нету. Так, большой балкон. Квартира сквозная, открыли двери с двух сторон. Кондиционером будете меньше пользоваться, употреблять. Летом в основном, а зимой, так как холодно, придется включать кондиционер или купить какой-то масляный радиатор. Фирма Xiaomi, конвертер One Smart, один Smart какой-то, советую от души. Так, этаж второй. Вид на юго-восток, вид на бассейн, вид на деревья, на всю эту вот территорию, красота, видите, сказка. Птички поют, попугаи тут еще летят на деревьях, делают.
Это кресло. Если вам не нужно, я его заберу. Цена, дорогие зрители, 165 тысяч евро. Никакого торга, никакой скидки. Плюс 90-555-064-91-10. Звоните в Telegram, WhatsApp, Viber. В основном сижу на WhatsApp. Все, с вами был Агаси из солнечного района, из солнечной Алании, солнечного Тосмара. Здесь у нас песчаный пляж. Приезжайте и покупайте недвижимость в солнечной Алании. Всем пока-пока. Что-то много поговорил, уже не то говорю. Всем пока-пока.